сжали до 35 запросто. То есть просто две обычных шайбы можно и свободно ставить 30-ку, 35-ку колеса в оси. А изначально родная на нем шла на 45 получается. И не засунешь, чтобы проверить нормально. В принципе, можно вот так там взять. Да, 45. И сама ось на 8. Да. То есть обычная самокатная ставим и в путь. А самокатные бывают и на 40 здесь во втулке, и на 35, и на 30. То есть, ну как бы на 30, ну просто по две шайбы с двух сторон и чуть больше сжать, и все. И в путь. Ну и, собственно говоря, вот пришли. Расстояние, конечно, гуляет. Здесь 35-ка. Ну, уже подготовлены слизанные гайки. Проверяем ось. Так. Нормально. Так, подлаживаем вторую гайку. Ну и, собственно говоря, можно закручивать. Ну, вот так вот это будет выглядеть.